поверь, ты просто мне поверь, это все не я, и хата не моя. Всего лишь пою песни, и что, что мы не вместе, тату не про тебя, но дом мой Швеция. Сколько можно отбиваться мне от еврофанов этой весной? Тату сама я написала, никуда этого не знала. Я заперта, будто в плену. Зачем ты злишься, не пойму. Звучит, как эйфория. Кто это Мика? 11-й год, 4-е место, кто ее помнит? Микрофон у меня, да. Сколько можно отбиваться мне от еврофанов? Задолбали уже. Тату сама я написала, никуда этого не знала. Я заперта, будто в плену. Зачем ты злишься, не пойму. Звучит, как эйфория. Я просто сперла у себя. Клянусь, любимый, я не вру. Да искупить свою вину. Как же быть? Ведь я хотела победить. И угораздило меня за Мик и Ньютон повторить. А может, хайп мне даже в плюс? Только Исака я узнала, когда яблоко упало. Про Мику я впервые слышу, не воровала я, прости, прошу. Звучит, как эйфория.